Проблему задолженности по зарплате работникам, признанного банкротом шахты Алексеевской, Сергей Цивилев и премьер-министр России Михаил Мишустин обсуждали еще в начале марта. На заседании российского правительства 11 марта премьер-министр заявил, что правительство направит средства на погашение задолженности. 7 апреля активная работа началась. По поручению губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева, центром занятости начата работа по сбору документов от бывших работников шахты Алексеевская на выплату задолженности им по заработной плате. Для удобства граждан центр занятости населения перешел на усиленный режим работы. Людей приглашают по предварительной записи. В общей сложности специалистам необходимо принять 637 человек. Это бывшие работники, которые уволены с шахты до 1 марта 2021 года. По всем остальным работникам документы, пакеты документов от них принимает шахта. Губернаторам поставлена задача в максимально короткие сроки произвести сбор документов и выплату задолженности, поэтому нами принимаются сейчас активные меры для этого. Я работал на шахте Алексеевская, сократили 19 мая 2020 года, я работал электрослесарем на подготовительном участке. Какой стаж работы на этом предприятии? 16 лет. Горномонтажник, на участок РМУ. Работал 5 месяцев с января по май, по договору. Шахта хорошая была. Хотели бы, чтобы шахта дальше функционировала? Хорошая шахта. Общий долг шахты составляет 827 миллионов рублей. Из них почти 203 миллиона – долги по зарплатам сотрудникам, в том числе и тем, кто сейчас занимается жизнеобеспечением шахты. На сегодняшний день подписываем документы для гашения задолженности перед работниками шахты Алексеевской. 189 человек. За вчерашний день мы отработали 104 человека. Передали данный пакет документов в Министерство угольной промышленности города Кемерово для дальнейшей работы по выплате. На сегодняшний день у нас было отработано уже 68 человек. У нас осталось 17 человек. Более 200 миллионов рублей выделило правительство России на погашение задолженности. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился все выплаты произвести в течение 2 недель. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.